Кстати, уже сейчас в записи булит один проясница. Так, диадема, Роман Музыченко. Дымомость. 5-9. Ну вот сейчас шанс. Роман Музыченко. Набирает щелчок. Ну, я бы так тоже в таком же стиле. Но мимо ворот, конечно, не солидно для Романа. Роман обычно бьет в яблочко, в цель. Но не сейчас, не сегодня. 5-9 рахунок и минута 37 до конца игры. Маяк попереду. Маяк попереду. Роман Музыченко. Вот. Но сократить отставание пока не сложилось. Тасо! Борьба! Никита тянет, все тянет. Я же говорю, чай от орешка.